Ремонтные работы в Ершовской школе начались месяц назад. Перед строителями стояла задача в кратчайшие сроки, к середине сентября, капитально преобразить здание. Уже произведен полностью демонтаж. Приступили к установке окон, приступили к ремонту крыши. И в ближайшее время уже начнем заниматься стяжкой и внутренними коммуникациями. Проверить соблюдение графика ремонтных работ в Ершовскую школу приехал глава муниципалитета. По словам Андрея Иванова, поводов для беспокойства нет. На объекте работает достаточное количество строителей. Все идет по плану. Претензий, замечаний нет. Так же, как и в любом старом здании, которое мы реконструируем, появляются какие-то скрытые работы, дополнительные работы. Но все оперативно решается и перекладываем коммуникации по участку, меняем сейчас кабели электросети и усиливаем какие-то перекрытия, разбираем ту часть фундамента, которая тоже требует от нас усиления, убираем плесень, грибок, который был на стенах. Порядок подрядная организация не только приведет здание Ершовской школы, но и благоустроит территорию. Здесь установят дополнительную спортивную площадку. Параллельно администрация округа займется поиском земельного участка неподалеку для строительства нового образовательного учреждения. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».